благотворительного фонда «Справедливая помощь», она считает, что то, что Анна Кузнецова из Пензы, дает ей значительное преимущество. Омбудсмены из регионов, они во всей ситуации гораздо лучше, чем люди, которые находятся постоянно в Москве. Потому что в Москве дети более обеспечены. Здесь больше рычагов воздействия, да, от телефонного права до каких-то личных. А в регионах бывает особенно. Образование, дама, историк, совершенно не из КГБ. Московский метрополитен будет, в общем, невеликим. И на что тут не шарапали, что как мне известно, у нее 6 детей своих. Она понимает, чем любая мать. Нам присоединяется Ольга Савинская, социолог, доцент Высшей школы экономики. Ольга. Здравствуйте. Вот у нас новый омбудсмен по правам ребенка, Анна Кузнецова. Сиян поддержали участие женщин в политике. Это новая тенденция, женщин вот на такие посты выдвигаете? Или все-таки это закономерно? Дальше, чтобы у нас больше женщин принимали решения по общественно важным вопросам. Говорят, эмоциональны они очень и не смогут нормально. Это вот респонденты многие, которые высказывались против того, чтобы женщины занимали ключевые политические посты, говорили, что самое основное — это эмоционально.
Ah.